Привет-привет! С вами Лилия Донскова, и в этом видео я вам покажу 6 новых оттенков теней Refill из каталога номер 3 компании Oriflame. Серия The One нас порадовала новинками, и так не терпится попробовать все 6 оттенков, которые мне, кстати, очень-очень понравились. Быстрее пробуем! Тени Refill приходят в таких специальных футлярчиках пластиковых, прозрачных. Его нужно открыть, вынуть отсюда тени и переложить в специальную магнитную палетку. Палетки продаются отдельно, есть такая маленькая на 2, а еще бывает у нас палетка большая, сразу на 6 теней, что гораздо удобнее. Но, кстати, как дорожный вариант, лучше взять, наверное, маленькую и брать с собой в дорогу 2 оттенка. Итак, давайте пробовать. Мне очень не терпится посмотреть все эти цвета поближе. Так, сейчас разложу, как они здесь есть. О, кстати, на картинках они совсем другие, не как в жизни. Вот, смотрите, то есть несоответствие, особенно здесь какая разница. Сияющая роза на картинке совсем светло-розовый, а в деле он такой насыщенный цвет. Давайте пробовать все на руке. Я наношу праймер. Вообще, в принципе, рекомендую всегда использовать праймер. Сейчас сразу несколько точек сделаю. Давай, выдавливайся, малыш. Просто он ехал у меня в сумочке и был перевернутый. Вот так вот сделаем 6 точек. Почему праймер? Потому что на него рекомендуют всегда лучше фиксируются тени, и рекомендуют использовать именно его. Начнем с самого светлого оттенка. Я сейчас растушую праймер, достаточно много его выдавила, не пожалела. Беру кисточку и пробую сначала самый светлый оттенок. Это матовый розовый 42 558. Набираю цвет. О, как он пылит! У меня точно такой же светлый оттенок, вот он тоже так же сыпется. Мне это не очень нравится, но зато я довольна очень тенями. О, совсем не видно практически матовый светлый светлый тон. Набираю побольше. Вот, ну как такой оттеночный цвет, чтобы в уголочках прокрасить, да, так вот выровнять. Мне кажется, это идеально, просто идеально. Так, следующий давайте попробуем розовый. То есть сначала сейчас холодную гамму попробуем, потом будем пробовать теплую гамму. Так, беру вторую кисточку. И где же он, этот удивительно сияющий розовый 42 560? Вот он чудесно набирается. Ну тоже, кстати, немножечко есть, как бы пылит, но это не страшно. Я довольна тенями Refill, пользуюсь ими практически постоянно. Вау, бомбический цвет какой! Кстати, вот все эти оттенки сейчас на пике моды, поэтому смело можете заказывать, вы будете в тренде, просто супер, выглядит обалденно, все переливается, какой он красивый. Так, не терпится уже попробовать матовый цвет. А матовый у нас звучит как матовый сливовый 42 563. Мы его будем пробовать вот на этом местечке. Я возьму такую кисточку. Да, тоже пылит, все пылят. Смотрите, как хорошо на ложится на основу, на базу. Растушевываем. Кайф. Ой, мне нравятся эти цвета, но они, конечно, такие специфические, не каждому подойдут, но этот будет такой эффектный макияж. О, супер, можно даже смоки какие-нибудь сделать с ними. А сейчас попробуем светлые, ой, то есть уже теплые оттенки. Это у нас была холодная гамма цветов, сейчас будем пробовать теплую гамму. Искристый апельсинчик мы вот сюда нанесем. Какой он красивый! Я, честно говоря, просто в восторге от этих цветов. Аж самой захотелось. Кстати, у меня сейчас на глазах что-то подобное есть. Мне очень идут такие тени. Ох! А, какая красота! Слушайте, не могу налюбоваться. Смотрите. Бесподобно. Они даже эффектнее смотрятся, чем на фотографии на модели. Кайф. Так, следующие быстренько растушевываю. Следующий оттенок у нас будет мерцающая бронза. Очень красивый цвет, то есть он уже более такой глубокий. Набираю на кисточку и на руку сразу.
Обалденное сочетание. Посмотрите, как они хороши рядом. Это просто песня. Ну и давайте посмотрим, чем нас порадует матовый латте. Я вот здесь немножечко наношу праймера. Так, запуталась, какая кисточка у меня осталась. Вот эта кисточка. Набираем. Ну, кстати, вот на картинке и в деле он совсем другой. Здесь он более такой холодный. То есть если здесь я его вижу прям как теплый цвет, то здесь он прям вот холодный какой-то. Очень круто. Я думаю, что вот все тени очень красивые. Выбирайте свою гамму. Если любите холодную, это значит, вы берете эту тройку. Если любите теплую гамму, то вам подойдет эта тройка. Или можно брать два оттенка. Например, вы берете такой вот матовый светлый и матовый акцентный цвет. То же самое здесь вы берете апельсин. Апельсин, правильно же я говорю, да, искристый. И база такой акцентный матовый латте, они тоже будут шикарно сочетаться. Я в восторге от теней, мне нравятся и цвета, и как они легли, все не пятнят, нету никаких вот дискомфортов, это просто супер. Спасибо вам за внимание. Если видео полезно, ставьте лайк. Напишите в комментариях, что вам понравилось из того, что я вам показала. И если вы еще не подписаны на канал, то срочно подпишитесь, потому что вас ждут еще впереди очень много интересной информации. Пока-пока, с вами была Лилия.